А вторые, первые, не переворачивайте ноты в паузе, которая происходит между второй и третьей частью. Не знаю, как себе это написать, но не делайте. Ни в коем случае. Детство Ильи, будущего альтиста и дирижера, прошло в маленьком городе Ярцево, в соседней с нами Смоленской губернии. А мама пошла в музыкальную школу когда-то, когда я был маленький, спросила, кто тут лучший педагог. Я был в небольшом городе, жил. Узнала, что лучший педагог по скрипке, отдала меня туда, все очень просто. И с тех пор начал заниматься скрипкой. Опять-таки город был достаточно небольшой, и это было интересное занятие. Это был новый мир, потому что так обычно школа, но если нечем заняться спортивной секцией, да, вот у меня была музыка, музыкальная школа. Мама немножечко занималась музыкой, она училась на баяне в молодости. Она любит музыку, то есть не обязательно быть музыкантом, чтобы любить музыку, правильно? Не обязательно быть писателем, чтобы читать книги. И поэтому ей было интересно, ну, для развития отдать меня, видимо. Такая профессия, в ней никогда нельзя научиться до конца. Что в исполнительстве, что в дирижировании, что в принципе в музыке. Да, во многих профессиях надо учиться всегда. Да? А у нас, как бы ты ни хотел, все равно будешь постоянно развиваться. Иначе ты будешь скатываться вниз, как с горки. И вот этот вот постоянный вызов, как бы планки выше, это, видимо, меня заставило продолжать. Вначале музыкальное училище, потом уже вуз по классу альта в Москве, работа, ну, и так далее. В Москве можно приобрести ценный опыт. Да? У меня вот на тот момент, уже прожив лет 10 в Калуге, не было все равно оркестрового опыта там, лучших оркестров. Да? Как бы мне хотелось поиграть с хорошими классными дирижерами, ну, ведущих коллективов. И так свела судьба, что однажды мне звонит человек, говорит, что здравствуйте, инспектор Московской филармонии. Инспектор — это человек, который занимается подбором кадров, который отвечает за дисциплину, организатор, администратор. И говорит, нам вас посоветовали, и не хотели бы вы сыграть программу, попробоваться, просто так вот, да, ну, за какие-то небольшие деньги, ну, там, такое-то расписание. Говорю, конечно, интересно, просто я так приехал, поиграл. Играю, после программы ко мне подходит директор, говорит, вот так и так, вы нам понравились, давайте вы у нас будете работать. Ну, на тот момент у меня была занятость еще, я полгода просто к ним на программу поездил и сыграл конкурс туда, и с тех пор, ну как с тех пор, поступил туда и 2 года уже отработал в этом оркестре Московской филармонии. Это большой коллектив, да, один из старейших оркестров России, ведущих. Главный дирижер Юрий Симонов. Я успел с этим оркестром съездить несколько раз за границу. И как раз последний раз это был... Гастроли закончились в феврале, собственно, 2020 года, перед ковидом непосредственно, когда уже все разговоры шли только о нем. Мы в Германии, ничего не... Ну, как бы, ну, ковид и ковид, простуды, как бы, ну и что? Никто же не знает, чем это закончится, ну, вирус какой-то. Ну да, с тех пор, как бы, гастроли стало, в принципе, меньше, потом другие какие-то сложности. Но в целом не могу сказать, что прям не повезло с ковидом. Все равно мы достаточно быстро вышли на работу, ну, как вся страна, да. Просто, ну, маска, там какие-то режимы свои, сложности, все приспосабливались. Но это не сказалось особо на работе. Ее всегда было много. Только единственное, что непривычно было, самое непривычное, это смотреть на полупустой зал. Потому что рассадка, да, была такая, но при этом все равно люди всегда ходили. Вот в Москве сразу, как только разрешили посещать залы киноконцертные, да, сразу люди стали ходить, пускай на такую рассадку. Даже концертов где-то становилось больше из-за этого. Это очень интересная работа, конечно, очень тяжелая, потому что работая в таком коллективе, ну,
ты можешь работать только, не то что работать, ты можешь заниматься только этим. У тебя просто не будет времени и сил ни на что другое. Потому что это репетиции по 2 раза в день, по 3-4 часа. Ну, 8-часовой рабочий день, полноценный. Но не просто 8 часов, когда часть времени этого ты можешь в спокойном режиме своим заниматься, а 8 часов на сцене, которые ты отрабатываешь прям сверхсосредоточенный. И после этого тоже ничего не можешь делать, собственно. И работа насыщенная, интересная. А хотелось каких-то своих проектов поиграть еще сольно. То есть оркестровая... Ну, не только оркестровой музыки хочется, в смысле, не только внутри оркестра хочется быть, уже стало немножко тесно. В нашей программе сегодняшнего трихта, который мы играем, музыка достаточно ритмичная. То есть моя основная цель — это в случае чего каких-то нестыковок собрать, напомнить динамика, музыка. То есть опять-таки общее настроение постараться сделать. Более репетиционный процесс и концерт — это все-таки немножко разные вещи. Конечно, все сейчас еще поглощены нотами. Кукушка у Вивальди проходит, ну, совсем немного, наверное, секунд 15-20 в лете. А Рихтер же взял этот кусок и зациклил, и практически вся первая часть построена на этом материале. То есть идут повторяющиеся ноты, и среди них просто две, которые изображают именно, можно сказать, саму кукушку. Макс Рихтер больше известен как один из лучших кинокомпозиторов, но вот, вдохновившись гением Вивальди, решился и написал свои времена года, добавив в них новый ритм и темп. Дирижер направляет музыкальную волю, скажем так. Ну, то есть у нас есть коллектив, да, предположим. Ну, в небольших коллективах часто распространено игра без дирижера. Мы, кстати, тоже делаем программу периодически без дирижера. Но дирижер, тогда мы в том году готовили программу, где я не участвовал как дирижер, я в оркестре был. Но при этом вся подготовительная работа, вся работа с оркестром, все репетиции — это я с партитурами, и, соответственно, мы работали над всей программой таким образом, чтобы потом ее сыграть уже без дирижера. Это было, ну, как интересный опыт. Но при этом все равно людей в коллективе довольно много. Один скажет, я хочу так, другой скажет, я считаю, что так, а третий скажет, я буду вот так. Поэтому дирижер — это бригадир в чем-то. Чем больше коллектив, тем его необходимость становится все ярче. То есть в крупных оркестрах, например, симфонических, просто в силу размеров оркестра, размеров сцены, те, кто сидят сзади, они просто не слышат то, что происходит впереди. Просто это физика звука, и они могут, не знаю, не совпасть. Это уже работа дирижера — собрать это на сцене все. А в небольших коллективах, как наш, это больше репетиционный процесс. То есть проработать все, сделать конечный продукт, как я его слышу, например, и вынести это уже на концерт нашим зрителям. Потихоньку готовим программу. Музыка из саундтреков, из фильмов. На самом деле много музыки, которая, может быть, все ее слышали, но не все знают, что она для струнного оркестра. Очень много, ко многим фильмам, музыка для струнного оркестра.
Сегодня с утра мне попалась, музыку слушал в маршрутке, и попалось произведение, собственно, Шерлок Холмс сериала, и там музыка, там струнный оркестр, как ни странно. Музыки советского кино очень много, да, ведь? И для камерного оркестра, и, в принципе, для оркестра. Просто мы, когда просто смотрим фильм, мы не всегда задумываемся, как раз, как вы сказали, что вот музыки не слышно, и хорошо, как бы, значит, хороший композитор. А потом идешь, напеваешь эту музыку, да? И это целый же пласт огромный, который вырастает в некоторых случаях даже до произведений больших симфоний или концертов отдельных. Есть такой фильм «Красная скрипка», может быть, он попадался где-то. И музыку к нему написала Карельяна, а исполнил ее Джош Абел. И, собственно, это настолько популярная музыка оказалась, это история про скрипку, просто про сам инструмент, про конкретный. И настолько популярная музыка оказалась, что это переросло в отдельное произведение, в огромное произведение, полноценное, сложное, современное для скрипки с оркестром, который исполняется уже отдельно, самостоятельно. Помимо работы с камерным оркестром, Илья продолжает преподавательскую деятельность в музыкальной школе. И успехи учеников радуют наставника. Мне кажется, в принципе, музыкальную школу, кто сам пришел, сейчас даже, у них меньше зависимости от телефонов, от вот этого вот 10-секундного мышления. В принципе, сейчас дети очень умные, то есть они, наверное, просто это как бы два полушария, которые, с одной стороны, дети, которые действительно, ну, не дети, люди, да, пускай будут, которые все в телефонах, в клипах, и дети, которые интересуются всем абсолютно. Используют тот же телефон, те же ресурсы для того, чтобы интересоваться от музыки до физики, до астрономии абсолютно всем. Программирование. И не понимаешь, как у них времени хватает на все это.